Всем привет, ребятки! Тут такое дело, то что я для вас хотела сделать клип на песню «София», мою любимую, которую очень уважаю в Испании. Так что сегодня я вам буду показывать, как я там буду все делать. Например, загружать музыку. Не, ну лошо. 3, 2, 1, погнали смотреть. Итак, всем привет, ребятки, с вами я, Саша Кирилева. И добро пожаловать на наш ролик. Ну и сегодня мы с вами, конечно же, будем делать... Ну, все подготавливать для моего клипа с песней «София». Эту песню очень обожают в Испании. Поэтому я с ней буду делать клип. Вот только я его сделаю прямо завтра. Так что вот так. Ладно, ребята, и сегодня я буду делать, короче, все для моего клипа. Ну а перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайкосик, чтобы не пропустить мой новый видосик. Ну а мы начинаем. Итак, первый этап — это, конечно же, ребята, у нас выбрать скин для нашего клипа, потому что клип будет, типа, когда его слушаешь, то он всегда такой прям желтого цвета. Так что, ребята, мне придется сделать желтый скин для клипа. Ладно, ребята, так, вот это вот, да. Знаете, почему я вот это вот? Я вам не вру, то, что я, типа, снимаю вот эти вот. Я вам не вру. Просто, чтобы мне снимать экран, я решила не вот этим вот... Чтобы мне снимать экран моего телефона прям, я решила скачать приложение. Потому что вот это вот, оно у меня появляется только когда я в какой-то игре, например. И у меня иногда ничего не записывается, так что я решила этим воспользоваться. Если хотите, если вы наберете хоть один лайк, то я сделаю ролик, как сделать вот такой вот, чтобы не было даже видно. Потому что многие его используют, ну, никто не знает, как его вот таким вот сделать. Так что, если вы наберете хоть один лайк, то я, конечно же, сделаю. Ладно, ребята, итак, я с моим космическим костюмом, давайте я, конечно же, в моем доме переоденусь. И, кстати, ребята, я только хотела пойти вчера к СДПлей, как только увидела новую секретную коробочку на этой летающей тарелке. Так что вот так. Я после этого видео сделаю другую. Ладно, окей, ребята, вот я переоделась. Теперь давайте мы, конечно же... 3 минуты идет ролик. Так. Давайте мы теперь, конечно же, сделаем мой желтый скин. Давайте, так. Окей, сначала мне нужно вот здесь вот выбрать, так. Вот это вот. Ну, нет, не подходит, в принципе. Вот это тоже не подходит. Придется мне опять донатить. Так, вот, ребята, ну, вот это не подходит. Это тоже. Это слишком-то круто. Так. Ну, вот это, в принципе, можно сделать. Потому что у меня такой прям желтой одежды нету. Ладно, я вот это вот, короче, выбираю. Так, дальше мне нужны штаны. Так, вот это уже понятно. Так, здесь вот мне что-то нужно надеть, чтобы было красиво.
Блин, чтобы красиво было. Ладно, я, короче, не знаю, короче, ничего не буду надевать. Может, я что-то в наушниках найду. Так. Ну, наушников, в принципе, тоже ничего нельзя взять. Это вот совсем не подходит. Вот это вот тоже. Блин, думаю, что у нас будет очень большой ролик, так как я даже не... О, опять. Так как я даже не знаю, что мне надевать. Так, вот это вот. Это за самоцветы. Короче, самоцветы я, если что, берегу. Так, перчатки тоже можно не надевать. Так, дальше. Ну, вот это вот, понятно, тоже. Да, вот это вот. Я сразу же и хотела с ними вот быть. Думаю, что они мне прям очень подойдут. Так, ладно, окей. Очки. Так. Что-то, в принципе, очков нету, так, так что я тоже не буду надевать. Так, вот это вот не надо. И последний рюкзачок. Ну, вот это вот сразу тоже понятно. Ладно, окей, ребята, давайте я это переодеваю. А, так, давайте мою опять. Так, все. Да в смысле, 6 минут уже идет. А теперь мне нужно сделать ремодель Саши, так как это будет клип Сашей. А, так, ладно, я не буду, конечно, затягивать ролик, потому что это мое самое нелюбимое. Так что подождите. В принципе, вот так она будет выглядеть, вот только мне нужно будет на фиолетовые очки еще заработать. Так, ладно, окей, ребята, мы с вами сохраняем эту копировку, вот эту вот получаем. Они мне пригодятся, и вот, посмотрите, сколько у меня монет. Правильно, конечно же, вот столько. В смысле, 697 монет. Ладно, ребят, так, где мне? Ладно, давайте, ну вот это вот лучше. А, блин, я же это играю, господи. Ну, зато сапоги теперь есть. Они мне пригодятся. Сейчас, подождите, я все исправлю. Что было бы, если я бы была с очками? Да, блин, ну 70, ну в смысле? Так долго, что ли? Ладно, окей, сейчас давайте мы сохраним эту копировку на вот эту вот. И сейчас мне нужно будет все сделать. Так, окей, ребят, давайте. Так, быстро прям. Так, вот это вот. Так, шампусь. А, ну зачем? Я думаю, радуйся, вызываю, и правильно. Да блин, 8 минут, ну сколько можно-то? Так, окей, не забыта память. Так, ладно, на мою домашнюю одежду мне будет приятно ее собирать. Ладно, ребята, окей, вот как будет выглядеть Саша, а вот как я думаю, что это очень круто будет выглядеть. Так, ладно, ребята. Давайте, мы, конечно же, выходим из ПК-XD. Все, ребята, мы вышли. Теперь нам нужно сделать, конечно же... пока... Ладно, короче, больше ничего не надо делать. Потом я сама разберусь. Кстати, вот для вас вот красота, типа. Так, давайте... Да, ребята, вот такое вот приложение вы можете скачать по в комментариях в ссылке или, конечно же, в описании. Почему вы на ссылке, блин, заходите? Вот давайте я вам, например,
А, мне еще нужно песню Софьи скачать, так что давай. Второй этап. Скачать клип Софья. Да, ребята, давайте. Мы скачаем этот клип. Так, блин. Все, ребята, давайте. Так. А, посмотреть все. Вот, да. Блин, уже 10 минут идет. Так, все. Вот это вот, короче, поделиться. Да, скопировать ссылку. А, так, да, да, Телеграм, да, блин, куда я зашла, в Ковор я зашла, господи, куда я зашла, ой, господи, а, блин, зачем я пока СД, блин, я уже не соображаю, 10 минут, серьезно, короче, просто заходим, короче, в Телегу, так, ничего нету, окей, Телегу, наконец-то заходим, так, все, окей, так, где у меня бот? А, ну да, мне же нужно пролистать. А у меня же этот бот закреплен, господи. Так, вот он. Все так, окей, песня Хабиби. Да блин, ну хватит, не надо мне ничего загружать. Чё ссылка не скопирована? Чё ссылка не скопирована-то? Находим YouTube. А, наверное, я потому что его убрала. Нет. У меня, если что, телек потому что включен. Так. Что ты снимаешь? Что это за чушь? Ребята, опять же, хватит меня хейтить! Все, короче, удаляю это все. Если что, если вы мне вот это вот пишете, вот это вот прям, вот это вот жирное, то я вас сразу, типа, начала пожаловаться, то, что да-да-да-да-да, опять. И вот это потом удаляю. Все. Вот как я ваши, блин. Так, все, где с... София, сын ты моя любовь, сын ты этого натуя. Так, все, так, поделиться, копировать ссылку, да. Во, все скопировали. Все, вот. Давайте формат для загрузки. Почему произошло? Еще раз давайте. Наконец-то загрузилось. Так, все, ребята, мы это вот скачиваем. А так давайте, вот, ребята, эту песню я тоже оставлю в ссылке в описании. Так, давайте, так, 12 минут, блин. А, так, давайте. Угу. Кстати, если вы подписаны на мою группу в Телеграме, то я всех подписчиков в Телеграме делаю стикеры. Вот, посмотрите. Вот, из бойцов Бравли. Вот, ребята. Смотрите, вот это... Смотрите, так. Вот это под... Ой, так. Блин, зачем я, блин, сделала? Так, вот это я, вот это... вот это мой подписчик с канала, вот это мой отец, вот это... Вот это Ксения, которая всегда говорит то, что мы ДК, короче, охраняет всех. Это мать, это... Это Алина, а вот это, конечно же, друг из анонимного чата, Саша Жуков. Ладно, ребята, окей, мы с вами это сохраняем в галерею. Сохранили. Ладно, ребята, короче, я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Если подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Го, здесь 500 просмотров. Го. Ну и также будете ставить колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые видео. Все подписаны на канал. Ну и всем пока-пока.